уважаемые телезрители, это, оказывается, водопад Подкова. Вчера ночью мы были вот там. Водопад Подкова самый водопадный среди водопадов Ниагары, водопадающих водопадов Ниагары. Тут летают чайки, они питаются трупами тех, кто упал с того моста, на котором мы сейчас идем. У меня есть заветная мечта, когда я приехал в Америку, я мечтал только об одном – плюнуть жвачкой с моста Ниагары. Моя жвачка поплывет по пенному руслу этой реки могучей, упадет вниз, переплывет на канадскую сторону, где и останется лежать, пока ее не возьмут.